6, когда 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть весь портили, да, сразу? Ладно, хорошо, полчаса не устаньте. Сейчас представлюсь. Потомственный кузнец, народный мастер России, братец Алексей, и вы находитесь в настоящей действующей кузнице. То есть с понедельника по четверг мы по-честному работаем, и только в пятницу, субботу и воскресенье у нас проходят экскурсии, мастер-классы и проводим свадьбу. Да-да, свадьбу тоже проводим. На самом деле, это традиция. Молодоженам день свадьбы запрещали в кузницу. По двум причинам. Вторая причина. Это сковать подкованное счастье, правда? Ну, а первая причина какая? Зачем старину молодоженам запрещали в кузницу? Конечно, в магазинах у кузнеца не было, кузнец ковал колечки. Соответственно, простолюдины заказывали колечки из обычного черного железа. А те богаче заказывали кольца из меди. Вспомни дедушку Ленина, у него было кованое колечко из меди. А совсем богатые люди заказывали кольца из золота и серебра. Соответственно, те кузнецы, которые чаще работали по золоту и серебру, их начали называть. Ну, было неплохо. Чужое слово, западное, не наше. Какое же слово? Знаете, давайте. Ну, у нас есть два слова. Кузница и золото. Совмещаем вместе, получается, золотая кузница. Забыли? Походу, не знали. Для вас новое слово, золотая кузница. А на самом деле, современная кузница отличается от старинной всего лишь только тремя вещами. И все эти три вещи пришли с приходом электричества. То есть, самое первое, самое главное, то, что у нас с вами современная кузница появилась, конечно, электросварка. Это самое главное отличие. Это удешевление. Второе отличие какое? Просто современные кузницы уже можно работать одна. При помощи вот этого пневматического молота. Ну, грубо говоря, машину просто колотит. А человека не заметит никогда. Но все-таки хоть как-то можно обходиться работать одному. А раньше до этого кузнецы работали только в паре. То есть был основной мастер и молотоборец. Работает вот таким вот двуручным молотом. Сами прекрасно понимаете, что сила удара двумя руками гораздо сильнее. Между дальше, одной рукой. Конечно, от молота боится, даже порой больше зависело, чем от основного мастера. Во-первых, это, конечно же, сила удара. Во-вторых, точность. Представляете, со всего размаха, с плеча, центра молота, по головочку булавки, такая точность удара. Опять же, можно дать вот таким углом, затягом скользящим ударом. Сегодня, конечно, здесь все покажу. Ну а почему молотобойцы звали молотобойцы? Не потому что молоточек маленький, а потому что во времени работал заметно меньше, чем основной мастер. Пусть он свое отстучал и отходил в сторонку отдышаться, перевести дыхание, перевести дух. Ну, что касается второго отличия современной кузницы от старинной, третье отличие. У нас раньше угли раздувались при помощи мехов. Один казать при выходе. Их можете покачать. Мы на них работаем. Единственное, чем году это всемирная акция «Ночь в музее». Ну, помню, 30 год мая. Сейчас, на слава богу, вентилятор, экран подачи воздуха больше и меньше. И на этом отличие современной кузницы от старинной практически не заканчиваются. Отличий больше нет. Вся кузница был уклад не то что столетиями. Тысячелетиями в кузнице ничего не менялось. Как угли раздували с помощью воздуха, так по-прежнему с помощью воздуха и скорых раздуваем. И угли можно раздуть почти до 1500 градусов. Назеваешься. Имеет того, что горит палец, бывает такое. И где начинает гореть, называется горно. Другому еще говорят горн. То же самое, что кузня и кузница, наковальня и наковальня, значение-то абсолютно верно. Вспомнит русский язык. Что касается наковальни, на самом деле, вот такая форма наковальни сложилась лишь где-то к 18 веку. Да, это наковальники были короткие, с одним носом. Но помните, у нас пришел Петр I, Екатерина II. Началось развитие ручной ковки. Поэтому добавили именно круглый нос, чтобы можно было загибать, закручивать гнущие большие завитки. Ну а квадратный нос, как вы понимаете, четко получается прямой угол. Ну и конечно же, а чем кузнецы работают? Конечно, молотками, правда? Как знаем, ручные молотки, в другом еще называются ручники. Вот они, основная шкала молотков. На самом деле, они по форме-то все абсолютно одинаковые. Смотрите, самый большой почти и самый маленький. Форма-то один к одному. По весу. Сила удара вот этим, чем же этим. Конечно, тот сильнее. Но стоит признаться, что целый день такие молотками отработаешь. Крутишь тяжело. Поэтому, конечно, основные-то молоточки, они средние. Вот они два. Они сразу отличаются от всех. Потому что постоянно работая у них, на моих даже появились ямочки. На самом деле, да, действительно, молотки тоже изнашиваются.
Но есть и другие молотки, так называемые фигурные. Вот они, видите, абсолютно разные боечки. И цилиндриков, и полусферкой, и блинчиков, и шариков. И даже острую секунду больше не работает. И при помощи этих фигурных молотков можно было сделать выкрутку вот такого вот кота. Обычный кроме железа всего лишь полмиллиметра толщиной. Ну что у нас с вами еще осталось из основного инструмента? Это, конечно, зубило. Зубило кузнечное. Металл рубить. Но я думаю, что обычные стороны зубила все знаете. А что же руки? Чем рубить металл? Но когда металл горячий, рука начнет гореть. Поэтому, конечно, зубило на ручку, а подальше и спокойно работает. Но обратите внимание вот на это зубило. Получается вам изогнутый. Зуб получается по дуге. Чтобы металл можно было рубить по окружности. Поэтому кузнечные зубила не все разные. Разница побольше, поменьше, но все сгибы. То есть минимальное количество зубил кузнец хотя бы штучек 10 должно тут быть. Ну что у нас с вами еще осталось из основного инструмента? Это, конечно, клещи. Клещи кузнечные. Только ни в коем случае не путайте со щипцами. Щипцы — это то, о чем говорят сахар. Клещи кузнечные. Для чего нужны? Это вот конечно, конечно, шутки из этой шутки. Допустим, у бедного крестьянина заболел зуб, денег нет, врача нет, куда податься? К вам. Бывало и знает. На самом деле, когда речь, конечно, руками его не возьмешь. Лишь при помощи клещей. На самом-то деле, вот это все, это минимальный набор клещей, который будет сложно быть. И у каждого клещей свое значение. Сегодня тоже обязательно об этом убедитесь. Практически весь основной инструмент, который в кузнице, голова. Опять же, простой вопрос. А что же чаще всего ковалось в кузнице? Чаще всего. Ну? Оружие. Слава вам, сейчас ты вуаль. Подковы. Что-то перковывается раз в среднем на 2 месяца. Не часто. Ну что же чаще всего больше ковалось в кузнице? Я уверен, что каждый из вас принадлежал в руках. Обычный гвоздь. Чаще всего спал с кузнице. Поэтому сегодня, конечно, обязательно не уковался. А потом самые смелые из вас пробуют сами сковать. Хотя еще не знаете, во что вы писались. Что через это получится. Все-таки действительно в кузнице ковалось практически абсолютно все. Допустим, двери замки. 17 век. До сих пор находится в рабочем состоянии. Верхний замок, так называемый секирный замок. Поэтому прозвали секирный замок. Так мы замок видим в основной улице. Второй замочек, тот средний. Сразу видно весь механизм работы. Поэтому, конечно, этот замок смотрим со стороны помещения. Но раз есть замки, то что и ключи. Здесь по сегодняшним меркам ключ совсем не маленький. В карман не положишь. Но по старинным меркам это ключ совсем еще не большой. Запасник в музее встречал ключи больше метра длиной. Смотрите, как ключ целый. А то не потеряешь, правда? Вы прекрасно понимаете, чем больше ключ, тем больше ручка, тем больше рычаг, тем легче открывать замок. А теперь представьте, вот такую связку ключей. Штук 15. Поэтому не целая область ключей. Конечно, не просто носил ключи, а фактически это современный аналог ручника и завхоза. Вы точно не кузнецы. Шестопередник тоже ковал кузнец. Поэтому у любой деревенской кузницы вся приход лежал жернов от мельницы. Ну, помните, да, большой плоский полукрайник по центру отверстия. В это отверстие входила ступица и деревянный обод. Идеально рылся на плоский скамье. Позже кузнец, когда суетился, оттягивал железный обод и колесо. На самом деле, очень прибавил операция. И по времени занимает, почему? И после этого, казалось бы, деревянное колесо, а нагрузки держит почти 100 тонн. Ну что еще делает кузнец? Даже бубенчик, лошадки. Тоже делал кузнец. Та же самая техника выкрутки. Что и когда? Верхнюю полусферку выкрутку сделали, нижнюю сделали, а между собой полусферки соединяли и спаяли на голову. А что бубенчик звенел? Помогает порой, а вот металл рецептор. Чтоб металл зазря не пропадал. Вот я руку поднял, бубенчик положил, запаял. Ну и получается-то. Гораздо веселее, правда? И безопаснее, это когда раньше фара не было, все время соберутся на слух. Пусть бубенчик берешь, проверишь, чтобы разъехаться. Ну что еще делали кузнецы? Даже вот такой элементарный простой бытовой предмет тоже делал кузнец. Извините. Совершенно верно.
без змен. Почему так называется? Я забыл. Хорошо. Теперь с другой стороны. Так, хорошо. У нас сейчас с вами есть в магазине какие? Хорошо, знакомьтесь. Весы аналоговые. Сейчас вот одна, другая сюда, правда? Хотя такие весы тоже делал кузнец. Кажется, предмет простой. Вес, палка, ось и все. Нет, нюанс. Вот в таких весах ось делает всегда острой, не круглой, острой. Ну, например, я нашел угла. Если была ось круглая, то сила трения качения получается одна. А вот так будет совершенно другая, правда? Это ось делается острой из каленого железа. И обойма вокруг оси тоже из какого железа, чтобы меньше было силы трения, меньше было износ. Эти веса на пистолет. До сих пор в идеале работают. Поэтому не существует никакого сделать. И они стоили больших денег. Ладно, если мы купили. Но к весам-то нужно было еще иметь комплект гирек. Комплект гирек он стоит на полочке, собран, начинается комплектик от 1 20 фунта и заканчивается одним пудом. А кто помнит, сколько было на пуде? Кто больше? В одном ходе было 40 фунтов, а в одном фунте 409 грамм. А теперь давайте посчитаем, сколько же было в одном ходе-то. 40 на 409 получается 16 килограмм и 360 грамм. Про хвостик не забывайте. Этот хвостик давай соль в кашу. Мало не покажет, правда? Хвостик. Ладно, весы мы купили. Гирки мы купили. Картин мешок. Казалось бы, все. Но это еще не все. Каждые полгода в Царской России есть нужно было поверочную контору проверять их вес. Опять платить деньги. Поэтому на каждый кирейский поверочный клеймо. И Царская Россия делала очень-очень строго. Поэтому весы это очень дорогое удовольствие. Далеко не каждая лавка, далеко не каждое хозяйство могло себе позволить иметь весы. Поэтому придумали без мен, без меры, без веса, без гелик работает. Без работы рычага, а не как у весов противовеса. То есть к этому ручку подвешивается сам взвешенный предмет. Ну, давайте плюс здесь. А вес сам была не так. Здесь он петелька. Путем перемещения петельки мы изменяем рычаг. То есть нужно элементарно уравновесить. Уравновесили, как узнать вес? А вот здесь по спиночке, вот я не вижу. Петелька остановилась. Вот интересно, на самом деле есть. Петелька ровно на единичке, то есть ключевес 1 фунт. А в одном фунте было 409 грамм. Эти вещи больше 100 лет. Ну, если порт заказный точно работает. А многие туристы говорят, а давайте такие безмены делать. В граммах и килограммах. И ходи с ними. Что ты рассказывал? То есть там более ярко представляешь, что ковалось в кузницах. Потому что действительно в кузницах ковалось практически абсолютно все. И на Руси было две особо почитаемые профессии. Это кузнец и мельник. Потому что без этой профессии жизнь на Руси практически не останется. Хотел бы еще рассказать. Это по поводу подковы. Почему? Потому что на самом деле на сегодняшний день подкова таковая уже начинает утрачиваться. Потому что на сегодняшний день у нас цены лошадки не рабочие. Они прогулочные. И с точки зрения удешевления процесса изготовления подковы. Подкову сейчас начинают делать абсолютно гладкой. Так не было никогда. Подкова на рабочую лошадь бьется на трех шипах. И именно центральный шип для рабочей лошади особенно важен. Потому что лошадь ваша тянется в телегу, а затолкивается именно на носочке. А на носочке фактически получается центральный грунт, зацеп уже лично работать. И центральный шип скрывать достаточно сложно. Потому что вот это все, это целый кусок железа. Что касается этой подковки. На самом деле это летний вариант подковы. Зимой машину летние и зимние. У зимней подковы все три шипа, они просто выше, они острые. Помните войну с Наполеоном? В том числе и почему Наполеон Наполеон? Потому что резинка у него была летняя. И на самом деле в настоящей подкове очень много тонких нюансов. Допустим, ширина ранда, глубина канавки, взять на прямоугольное отверстие. Даже не находится. Допустим, основные копытца. Кажется, поверхность ровная. На самом деле нет. Есть внешний край и есть внутренний край. Так вот, внутренний край должен быть чуть ниже, чем внешний. Вот снаружи копыта твердый,
обычно не было подковы. Спасибо вопрос. Мы из подковы. Во всех мировых культурах символ счастья, правда? Китай, Индия, Европа, Африка, Америка, везде подковы символ счастья. Да почему же подковы символ счастья? Ну, вероятность времени. Вопрос простой. Ну? Лошадь есть. Лошадь есть, думаю, хорошо. А если есть верблюд? А он не подковывался, даже там подковывался символ счастья. А в Индии пахали на руках. Они тоже подковывались. Ну, же там подковывался символ счастья. Что-то не сходится. Прям еще? Ну? Совсем никак. Буква есть, сейчас начинает сказать. На самом деле, я уже слукавил. Изначально просто по-другому. Почему считалось подковы найти на счастье? Это потом, спустя тысячелетия подкову стало считаться символом счастья. Закончится бронзовее. Часовик железа. Откуда чело железа? Доменных печей еще не было, роду еще не было. Первый металл добывался из болотистых глин рыжего цвета с большим содержанием железа. И именно из-за этого первые кузницы остались на болотах. Потому что материал находился под ногами. А не потому что. Они противные кузнецы, а все это с лешими болотными. Глину нашли, спрессовали, высушили и в горно плавить. В 2000 году сыграли. Металл по капельке собрался, получился маленький ключ железа, называемый сырец. И только из этого кусочка сердца можно было что-то начинать ковать. Но сразу стоит оговориться, это не сейчас, на коксе или электроздуве. А раньше на древесном угле и на мехах. Часиков 5 лежит вот этот сырец. Поэтому металл стоил очень-очень дорого. Даже было такое время, когда железо один к одному менялось на золото. А он же по дороге шли-шли-шли и нашли. Счастье привалило. Пусть подкоп, мы войти к кузнецу и что-нибудь сковать. А что из подкова? То есть все, что угодно можно было сделать. И ножик, и стамеску. Даже эти подковы можно расставить на очень хороший ухват. Достаточно кищей из печки, правда? Даже если дать 18 век. С точки зрения истории, это было практически вчера. В 18 веке в Владимирской губернии огороды прикапывались деревянными лопатами. Тут лишь рабочая кромочка, акула, железо, цель экономии железа. Опять же, часто задавали вопрос, а как правильно бежать подкову? Косицами вверх или косицами вниз? Как правильно? Вот так. Уверен? Вверх. Вверх или вниз? На самом деле и так. Это же правильно. Косицами вверх символизирует полную чашу счастья в доме. А косицами вниз, как купол оберега дурных мыслей чистой силы. А уж верить не верить, абсолютно дело каждого, правда? Только самое главное. Вы слушайте меня. А, посмотрим, это железо. Поэтому быстренько берем парочную дышку железа, загружаем их в уголечки. Пусть он там погреется у нас. А погреется, возьму-ка парочную молоточку. Один потяжелее, а другой полегче. И сейчас вам покажу, ковался обычный гвоздь. На самом деле существует несколько способов упаковки гвоздя. За два нагрева, за три нагрева. У каждого способа есть свои плюсы. Способ упаковки гвоздя за два нагрева, чем хорош. То есть гвоздь становится дешевле на целый месяц. Но обязательно нужно иметь гвоздильню очень хитрой формы. При помощи гвоздильни делается шляпка гвоздя. Эта форма гвоздильни, и только лишь одну длину гвоздя можно сделать, не больше и не меньше. С подкашем длину гвоздя не присвоили гвоздильню. Ну а способ упаковки гвоздя за три нагрева хорош тем, что гвоздь можно сделать любой длины. Начинать банного сапожника. Заканчивать строительным, при этом имея одну простую гвоздильню. Так, ну что у нас металл? Металл потом нагреется. Погреется, металл его замерз, сможет пойти погреться. Пока что еще не хочу. Написали, что? Да-да. Самый смотри, кто? Какая-то там греется, что такое, да? Никого не соблазнишь. Ладно, хорошо. Пальчик закончик, а спасибо тысячи градусов. И на самом деле он в состоянии очень мягкий. На пальчики берем посередине и просто его сгибаем. Взять можно узел, правда? Не будем упорить, проверяем обратно, чтобы металл оставался ровненьким и аккуратненьким. Обратите внимание, когда сам кончик был ярко-желтого цвета, ближе к белому. А сейчас уже оранжевый, ближе к красному. То есть металл остывает очень-очень быстро. Это посередине остывает и 50 градусов в секунду. И поэтому у кузнеца-то есть только лишь маленькие секундочки, чтобы из этого кусочка железа, а что нужно было сковать. Металл уже, кстати, остыл, отложен. А здесь у нас будет другой гвоздик. И мы с первых ударов решаем, какой длины у нас гвоздик будет. Совсем маленький, коротенький. Ну, допустим, вот такой
Возьму обычный средний гвоздь. Из раньше наковать заготовочку гвоздя. Если у вас есть
есть, задавайте, не стесняйтесь, потрогать, пощупать, испачкаться, кто не испачкается, не выпущу. А потом самое смелое помочь на мастер-классе. Ну что, просто есть? Так, ну что, как вы решили? Полегче, потяжелее, можно делать? Вот эти, полегче. Так, берем двумя руками. Так, левша или правша? Правша. Правша, раз правша. Правый посередине, точнее, правый. Поэтому правый впереди, левый сзади. У левши будет все наоборот. Левая сильнее, точнее, она впереди, а правая сзади. А по правильному. А вот теперь молоток берем совсем правильно. Рука должна быть вот в таком расстоянии от молоточка. Ни больше, ни меньше. Это не очень важно. Почему? Сейчас молоток возьмем поближе. Молоток задушит на гуслан. Возьмем подальше. Молоточек далеко не точно. Расстояние очень важно, ни больше, ни меньше. Знаешь, что делать? Ну, конечно, конечно, гвоздь класть на рейдам. Это вам тяжело. У вас есть у каждого такая же заготовочка гвоздя. Я вам остается ковать шляпочку. Всего лишь шляпку. Потому что она крупная по центру быть. Поэтому для этого берем сразу гвоздильню уже на один гвоздь небольшую работу. Вставляем на ковальню. Приготовились. Покажу на холодный, машина нагрелся. Это столбик для шляпы. Шляпка там будет крупный по центру, помните. Поэтому первый удар самый важный. И со всей силы бить не нужно. Аккуратно, ровно металл садить. А потом казалось, что нарастающий сильнее, сильнее, сильнее. Как гвоздь он сбивает? Есть ребро, металл будет заваливаться. От вас. Именно скользящими. Не так, а скользящими. На себя. Называется на тебя. Скользящими от себя. Лево, вправо, вы снимаете. А под конец сделать небольшую полусферочку, фасочку забить. А то вдруг скамейку забьем. Конечно, не поймем. А помолочься, переживайте. Ну что, готовы? Давайте. Точно? Ну, я же сказала, давайте. Все, хорошо. Быстренько достаем. Погреем сильнее. Запасную заготовочку загрузим. Мы ставим греницу, ничего не делаем. Как целый день, как ставим греницу, ничего не делаем. Так, отлично. Хорошо. А кальку выбираю. Быстренько бегу к вам, вставляем гвоздильню. Давайте, пошел вниз, потянемся. Вместе. Садись, садись, садись. И по нарастающей силе сама. Сильнее, быстрее, сама. Поддержите нас снова. Быстрее, сильнее, дальше, быстрее. За все силы, давай. Глубже, глубже, глубже. Опять встаем. Ну, смелее.
Какой красивый. Понятно, свой самый самый. Спасибо. Спасибо. Спасибо, товарищ Ковалев. Ну, по следующему нас, давайте смотрим. Так, ну что, одна рука семерка. Ну я пусть не точнее, понятно. Ну что, каким полегче, подержавше. Большой берите. Пойдемте со мной теперь, прощайтесь с кузницей.